Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube-канал, меня зовут Лалуна, и так как недавно в Зипета появилось кое-что очень интересненькое, а именно в нашем гардеробе неожиданно появилась куча обуви бесплатной, и я такая думаю, что это за баг, даже думала снять об этом видео в день, когда это все появилось, но, к счастью, может быть, к сожалению, это временное, это обновление. Посвященная Лабутенам, посвященная Кристиану Лабутену. Посмотрите, какой забавный у него персонаж Зипета. Я не могу. Мне это так дико умиляет. Попробуй бесплатно обувь. Короче, примерить обувь бесплатно можно до воскресенья. А воскресенье завтра. Поэтому наслаждаемся замечательной обувью. Но это не все обновление, иначе бы я даже не снимала про это видео. Кстати, мои любимые туфельки, это, естественно, вот эта красота. Вот это немножко меньше, вот это. Наверное, мы сейчас их и наденем. И мне очень нравится, что-то я их не вижу. А, вот эти босоножки, и все. Остальное мне так себе, оденем эти ботинки, они как раз подходят под мой образ готки. Я не сдержалась и стала готкой. Еще я подумываю насчет того, чтобы сменить себе прическу на белый цвет. Так, где тут у нас волосы? Мне очень нравится эта прическа. Наверное, мы с ней и пойдем. И пойдем и посмотрим. Цвет луны, если что, чтобы вы понимали, что все каноны у меня остаются. Я почему решила снять это видео? Я заметила, что они добавили целых три локации. Три локации, связанные с Лабутеном. Но пока что пара новостей. Я не стала снимать об этом видео вчера, потому что вчера вышел альбом Blackpink. Кстати, вот мой топ-песенок. Мне песни зашли. Титульная песня мне тоже зашла. Очень прикольно, очень красиво. Я жду, что в Зипета добавят вещи из этих клипов или что-нибудь прикольное. Ну, Зипета, в принципе, может. У них есть куча коллабораций с каждым новым клипом Blackpink за последнее время, поэтому было бы странно, если бы они ничего не добавили. Так как даже вот с Кристианом Лабутеном они сделали три локации. Я не знаю, куда лучше пойти. Давайте пойдем лобби-терраса. Очень интересно. Какой забавный персонаж. А вот эти две девчонки мне чем-то напомнили Кирси и Кейси из мультфильма «Братс». Там еще лошадка есть. Ну что ж, поехали. Локации с Парижем в Зипета еще не было, но, во всяком случае, официальный. У нас есть что-то наподобие Нью-Йорка, как-то там называется Даунтаун, Найт, Даунтаун, типа день. И это была коллаборация с мультфильмом «Тайная жизнь домашних животных», ну, собственно, где там все эти действия происходят. А Парижу у нас еще не было, поэтому мы туда направляемся. Очень криво, кстати, смотрится эта обувь сейчас на моем персонаже в загрузке. Не знаю, мне это очень дикий смех берет. Давай, прогружайся быстрее. Там целых три локации ехать. Конечно. Ошибочка вышла. Ну, мы не то чтобы унываем, просто создадим свою локацию. Почему бы и нет? Надо явно прогрузиться. Ну что это за копытцы? Эх, лабутены, вы меня подводите. Надо было джинсы надеть, и было бы прям ну ладно, неважно. Музыка, кстати, вот такая типичная Парижа музыка. А, красота, это кто такой? Ай, я подумала, что это этот Лабутен и стоит. А вот он гуляет, посмотрите на него. Ну-ка. Я не знаю, это за последнее время самая забавная коллаборация, хотя я бы сегодня ждала бы немножко другую коллаборацию. Например, Blackpink, In Your Area. Я наконец-то Джису это сказала. Подождите, что с моим глазом? Почему он серый? Такого не должно быть. Посмотрите, как забавно у меня подошвы красные. Ну, вы понимаете, если понимаете, о чем я. Я не знаю, куда мне сходить, потому что настолько у меня хорошее настроение. Ну-ка, давайте, лошадка. Оседлаем коня. О, да. Чё ты бьешь его, а? Ну ладно. Давайте сядем на белую лошадку. Ты тоже бить его? А, нет, тут уже он. Йоу, всем привет, няшечка-милашечка. Ну-ка, покажи еще раз этот знак, я тебя сфоткаю.
я недавно перезагрузила себе все телефоны на заводские настройки, поэтому мне тут сильно помогают мне разобраться в игре. Я уже прекрасно знаю, как ей пользоваться. Спасибо, не надо. Убираем ник. О, да, какая фотка, ребята, красота. Только я хочу на фоне башни. Пожалуйста, можно мне фоточку на фоне башни? Ну, он там ходит, круги наяривает. Ну ладно, давай. Давай, как типичная. Ай. Наверное, не совсем тот ракурс, но мы сюда еще вернемся, пофоткаемся. Надеюсь, эту локацию оставлять надолго. Ну-ка, посмотрите, что у нас здесь. Лавка с крипс. Это какой-то блинчик с нутеллой, сливками и малиной. И в руках это выглядит вот так. Неплохо. Симпатично. Такого у нас еще не было. И у меня была такая мысль, я не знаю, как мы вообще подписчики канала оценили бы такое, сделать еду из Зипета в реальной жизни. Было бы забавно. Если кто-то дошел до этого момента на видео, напишите обязательно, потому что я такого очень люблю снимать. Посмотрите на это мороженка. Мороженка, блинчик. У нас еще второй вариант блинчика был с печенькой и клубничкой. И это бесплатно, представьте себе. Мороженое 2.0. Мороженое... А, типа вот эти вот крипи, короче. Они типа мороженое 2.0. Ну, я не знаю, это как бабл вафли, которые никому не всрались. Ну, ладно. Так, welcome to la lobby, не знаю, как это прочитать нормально. World. Короче, они открыли прям Диснейленд Кристиана Лабутена. Забавно. Так, у нас тут есть поза. Причем пока что все бесплатно. Но так как они обувь потом заберут, ребята, это не просто... То, наверное... Ой, какие красивые места здесь. Что-то написано на французском, я так понимаю. Ничего не шарю в французском, извините, ребята. Поиграем в кассира. Кофе. Очень-очень симпатично. Кофемашинка. Ладно, мы пока что сваливаем, потому что... Интересно, можно погулять по городку? Нет. Это просто миленький фон. Но симпатичный. Я бы, конечно, побегала по этой всей локации. Но они, наверное, не могут позволить себе стоять таких больших локаций. Мне интересно, что это за телепорты. А, посмотрите, что это? Почему это выглядит так стёбно? А, это телепортация в другие локации. Ну, вы поняли, ребята, да? Давайте сначала в эту локацию. Отлично, мне нравится так даже больше. Диско. Неплохо. Вау! Вау, you can really dance. Мы загрузились в локацию, похожую на какой-то стриптиз-бар. У нас тут подают коктейли. Ненавижу оливки. Давайте мне, пожалуйста, голубая какая-то штучка. Вау, вот такие шары, очень прикольные, на всяких фестивалях я часто видела, забавно, очень неплохо. Мне можно, пожалуйста, коктейль? Я рада, что все бесплатно, так что можно все показать вам. Тут что, тоже есть оливка? Нет, идем гулять. У нас тут певица, какая-то стандартный персонаж игры. У нас тут диджей есть, ноутбук, посмотрите, какой у него ноутбук. И вот этот чилик. Ну чё? Да, я не могу. Мне смешно, как его сделали в игре. Он выглядит... Боже мой. Тут какие-то клипы играют. Может быть, это реклама этого... чего-нибудь там связано с этими лабутенами. И просто позы такие пафосные с коктейлем. Причем коктейль меняется, когда я встаю в позу, хотя у меня другой коктейль. Еще не поняла, что за приколы. Можно присесть. Короче, ничего интересного, если честно. Телепортанемся мы обратно. В террасу, конечно. И пойдем в магазин. Я хочу посмотреть, что там. И мне дико интересно, сколько в итоге будут стоить эти лабутены, потому что... И либо их просто уберут, либо их оставят за какую-нибудь цену. Но если это будут алмазики... Вот бы они... Знаете, вот бы они сделали так, чтобы
Можно было бы Blackpink вещи примерить в свое время, хотя бы 2 дня. Я была бы очень рада. Посмотрите, реклама обуви. О, вот такие я точно видела в игре. Про зимний гардероб. Конечно, буду снимать про зимний гардероб. Конечно. Но зима еще не скоро. Зима, не зима. Winter is coming. Не обращайте внимания. Идем, грузимся во что это за локация была, я не успела прочитать. Возможно, еще один осенний гардероб будет. Что осень только началась. Как, месяц уже прошел. Ну и все, и все. И вообще, ноябрь ужасный месяц. Я не терпеть не могу ноябрь. Мне кажется, у всех, у кого день рождения в ноябре, им хотя бы какая-то радость. Вау! Какое прикольное местечко. Посмотрите, зеркала, туннели. Тут вообще пройти можно? Не. Иллюзия обмана какая-то. Ну-ка. О, пакет! Пакет. Они могут добавить еще что-нибудь, типа там Гуччи. Так, сердечко тупо, картинка тупо, пакет круто. Я чувствую себя такой прям на пафосе. Поза примерки обуви. Ну-ка, тут можно даже вот примерить прямо здесь и переодеть обувь. Это неплохо. А сумочку? О, и сумочку тоже! Мне нравится эта сумка. Мы ее, пожалуй, украдем из этого магазина. Еще один вариант этого чувака. Не знаю, он меня пугает очень сильно. Не могу понять, почему. Ну-ка, что тут можно взять? А, с ним попозировать. Не, ну, ребята, это какая-то крипота. Диванчики, лестница. Ой, как классно. Какая... Чего я не могу пройти вверх? Могу. Эта лестница очень похожа на лестницу магазина Victoria's Secret. Давайте не добавить тоже этот магазин. О, какая девочка, посмотрите. Тей. Меня вообще пугает эта локация, она какой-то замкнутый круг. Здесь очень много... О, какие... Кто это за животные? Вообще не могу понять. Мумии? О, тут очень тесно. Надо было, конечно, от первого лица. Фото, фото, фото. Но я думаю, что это место в реальном мире существует. И было бы прикольно в нем побывать. Ну-ка, красочки померим. О, мне что-то красоте вообще не нравится. Сумка у меня осталась. Осталась. Ну и хорошо. Ну, такую сумку я бы, конечно, прикупила. О. Так. Это моя подписчица. Она тут что-то летает. Чё, можно куда-нибудь еще здесь зайти? Нет? Нет. Только если на крышу. А давайте посмотрим. Может быть, тут что-то есть на крыше. Знаете, есть... А чё я не могу прыгать? Там типа нету выхода. Ну, ладно. Ну, ладно. Если я ничего не пропустила, вроде бы я все показала. Поэтому пришло время с вами прощаться. С вами была Лалуна. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока-пока.